Благодаря патриарху отечественной кинематографии Марку Семеновичу Донскому студия стала носить имя Максима Горького. Мы, конечно, к нему относились, знаете, с юмором, потому что он все время Коздалевский, мы так его и звали, Коздалевский. И поехал я в Англию, как раз в период, когда я у него снималась вот «Сердце матери», «Верность матери». Приехала я туда, ну и там, естественно, как корреспонденты, там, что и как. А где вы сейчас снимаетесь? Я говорю, я сейчас снимаюсь в картинах о матери Ленина. И снимает это Донской. Донской? Вы снимаетесь? У Донского? Я говорю, да. Ой, это такой режиссер. Он родоначальник неореализма. Он... Я как-то так притихла, думаю, а мы над ним подшучили. Имя Марка Донского вошло в число классиков мирового кинематографа. Единственный человек, кто мог сделать прописку, это Максимов Донской, который слыл как городской сумасшедший. То есть официально это было почти немыслимо. Герасимов не мог пойти и так сделать. А что сделал Донской? Он пришел к промыслу, там был председателем совета, и начал ему рассказывать о своей поездке в Японию. Значит, ну, 20 минут, 30, 40 минут, вот, значит, а тот рассказывает. Тот говорит, знаете, у меня совещание. Не, ты послушай. И он ему говорит, он говорит, что вам надо? Он говорит, подписать надо. И он подмахнул. Был очень такой шумный человек, вспыльчивый, такой... Мог накричать. А потом к нему подойдешь, ну, Марк Семенович, ну что вы, что? Ой, я так не люблю, когда шумно в павильоне. Он сам кричал. Как мог одесский человек, чекист Марк Семенович Донской быть таким, так сказать, кинематографистом? И как он мог вот трилогию Горького создать? Как он мог понимать так народ? Он любил людей и жадно тянулся к ним. Стоило его пригласить, и он немедленно откликался и находил время, и приезжал, и выступал со всей страстностью своей натуры. Со зрителями было другое. Он видел в их глазах интерес. Вот почему он настаивал на том, чтобы во время его выступлений в зале не гасили свет. Ему нужно было видеть тех, с кем он разговаривает. Их лица, их глаза. Что вы потушили? Я хочу людей видеть. Я хочу их глаза видеть. Вот.